Всем привет! Видеоинструкция о препарате амоксициллин 500 мг номером 20. Действующие вещества амоксициллин. Страна-производитель Россия. Антибиотик группы пенициллинов широкого спектра действия, разрушающийся пенициллиназой. Это химическое соединение активно в отношении широкого спектра патогенов. В комбинации с метронидазолом проявляет активность в отношении хеликобактер пайлори. Полагают, что амоксициллин ингибирует развитие резистентности хеликобактер пайлори к метронидазолу. Между амоксициллином и ампициллином существует перекрестная резистентность. Спектр антибактериального действия расширяется при одновременном применении амоксициллина и ингибитора бета-лактамаз клавулановой кислоты. Показания. Для применения в виде монотерапии в комбинации с клавулановой кислотой. Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными микроорганизмами, в том числе бронхит, пневмония, ангина, пиелонефрит, уретрит, инфекции ЖКТ, гинекологические. Инфекционные заболевания кожи и мягких тканей, листериоз, лептоспироз, гонорея. Для применения в комбинации с метронидазолом, хронический гастрит в фазе обострения, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, ассоциированные с хеликобактер пайлори. Противопоказания. Инфекционный мононуклеоз, лимфолейкоз, тяжелые инфекции ЖКТ, сопровождающиеся диареей или рвотой, респираторные вирусные инфекции, аллергический диатез, бронхиальная астма, сенная лихорадка, повышенная чувствительность к пенициллинам или цефалоспоринам. Для применения в комбинации с метронидазолом, заболевания нервной системы, нарушение кроветворения, лимфолейкоз, инфекционный мононуклеоз, повышенная чувствительность к производным нитроимидазола. Для применения в комбинации с клавулановой кислотой, указание в анамнезе на нарушение функции печени и желтуху, связанные с приемом амоксициллина в комбинации с клавулановой кислотой. Способы применения. Индивидуальный. Для приема внутриразовая доза для взрослых и детей старше 10 лет, с массой тела более 40 кг, составляет 250-500 мг, при тяжелом течении заболевания, до 1 грамма, для детей в возрасте 50 лет разовая доза составляет 250 мг, в возрасте от 2 до 5 лет, 125 мг, для детей в возрасте до 2 лет суточная доза составляет 20 мг/кг. Для взрослых и детей интервал между приемами 8 часов при лечении острой неосложненной гонореи 3 грамма однократно, в комбинации с пробеницеидом. У пациентов с нарушением функции почек при КК-10, 40 мл, мин интервал между приемами следует увеличить до 12 часов. При КК меньше 10 мл, мин интервал между приемами должен составлять 24 часа. Амоксициллин – препарат рецептурного отпуска. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы!